На борту все. На улице. Минус 32. Будем заводить Санта-Фе Классик. V6 двигатель. Здесь 27 показывает. Так, печку выключим. Завелась Санта-Фе V6. 30 градусов, 32. Огонь вообще. V6 рулит. Аккумулятор я не заносил домой. Следов нету. Так, ну сейчас рассветет у нас на улице. Я попозже капот открою, засниму, какой у меня аккумулятор стоит. Ну ничего, спокойно завелся. 32 градуса. Хотя, ну, бортовик пока с 27,5. Чуть-чуть неправильно. Молит, парит, парит. Санта-Фе Классик. Классная тачка. Особенно V6. Посмотрим, что у нас там сейчас. Ничего, нормально. 27,5 бортовик показывает. Хотя дома градусник есть. 32 там. Это все прям выкли от морозов, ну прям. Руки аж прям замерзают. Давайте автозапуск ее поставим. Сейчас заснять аккумулятор. В принципе, после первой заводки утром прошло 2 часа. Сейчас я расцвело. Покажу. Давайте заведем ее. Интересно. И вот сердце мотора
V6 Santa Fe Classic. Попробуем с автозапуска завести. Все, всем пока. Еще примечание. Масло не менял, уже надо менять. Уже у меня перепробег. Уже 8-9 тысяч. Я не довожу до 10 тысяч, меняю на 8 тысячах. Вчера не получилось поменять и морозы. Сегодня или завтра буду менять масло на новое.